Галина Нургалиевна считает, что мир ребенка обязательно должен быть светлым, несмотря на то, где этот мир создается – дома, на улице или в палате хосписа. Говорит, что готова ради благого дела создавать новые цветные двухмерные вселенные бесплатно и без перерыва, лишь бы хоть как-то сгладить боль и уменьшить страх маленьких людей в этом суровом мире. Такая она, душа художника. И вы знаете, я не пожалела времени. Мы сюда в 6 утра приезжали, потому что другого времени у нас не было, и до 6 без устали. Хотелось ну, хоть что-то сделать, чтобы облегчить кому-то. Ну пусть ребенка принесут, и вот он посмотрит на эти яблоки, на этих ежиков, и ему станет легче. Однако лишь яблоками и ежиками тут не обойдешься. Чтобы на базе старой детской поликлиники создать современный медицинский центр, нужны немалые деньги. Ремонт и обустройство палат, новейшее оборудование – все это – плод совместной работы областной и городской администрации, а также новокузнецких меценатов. Значит, сами видите, что создать желание одного мало, нужны большие капиталовложения. Вот на реконструкцию данной больницы ушло более 22 миллионов рублей. Вот и, ну, скажем так, работа еще не початый край. Если первый и второй этажи старой больницы приобрели новый вид, то третий еще нуждается в доработках. А уж о фасаде и территории говорить вообще не стоит. Но этими проблемами обещали заняться позднее. Главное сейчас, что отделение, призванное помогать неизлечимо больным, уже способно начать принимать первых пациентов. Тем более, что ждать осталось недолго. 9 апреля прибудут дети, оставшиеся без попечения родителей. То самое хосписное отделение. Например, вот это специализированные палаты, в которых будут содержаться больные дети. А напротив стены, расписанные цветами и летающими медведями. Некоторые из которых, кстати, не закончены. Как некий символ того, что многое уже сделано, но кое-что еще предстоит доделать. Артем Казак, Александр Архипенко. Новости моего города.